привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Поздравляю всех с праздником! Сегодня Пасха у нас стоит. Удивительно жаркая погода, плюс 20. Делать сегодня, конечно, ничего я не делаю, в земле не копаюсь. Но поливать пришлось сегодня два раза. Один раз утром и один раз вот сейчас вышла в обед. Вы понимаете, что плюс 20 градусов, солнце, все высыхает. И как бы мы ни хотели, какую-то работу в огороде делать все равно приходится. Вчера тоже весь день провела с внуком. Там яички украшали, готовили что-то. Короче, два дня безделья. Я уже не могу, не знаю, чем заняться. Все, праздник, отдыхаем. Сегодня мы с внуком украшали яйца. От традиционного метода окрашивания отказалась я давно, потому что разводить красители некогда, и посуда иногда не отмывается. Уже много лет применяю вот эти термонаклейки, мне очень нравятся. Особенно вот эта детская тема, раз у нас маленький ребенок с ангелочками. Мне нравится, что быстро, чисто, без лишних хлопот. Делается это очень просто. Вот эти наклейки одеваем, которые цилиндрические. Потом в горячую воду, вот в кастрюльку с горячей водой, и она моментально обволакивает все яичко. Две секунды, и ангелочек готов. Самый вот идеальный метод раскрашивания яиц. Мне очень нравится. Еще раз поздравляю всех своих подписчиков, всех своих зрителей с праздником. Пусть ваши ангелы никогда вас не покидают. Я вот сейчас рассматриваю, какие же хорошенькие мордашки. Это все ангелочки. Все, с праздником!